Компания Siberian Wellness – это компания полного цикла. То есть они сами разрабатывают свои продукты, у них есть научный центр. Они сами производят, они доставляют сырье и производят, у них есть свое производство. Они сами осуществляют логистику, то есть везде интернет-магазины по всем странам мира и у нас в том числе. И, соответственно, они сами обучают своих сотрудников. То есть так как это компания сетевая, MLM-компания, они в рекламу не вкладываются. Их реклама – это их партнеры. То есть они вкладываются в людей. Именно поэтому вот этот слоган «Настоящая природа, настоящая наука для людей» для меня это самый честный слоган. Потому что ты не платишь рекламным компаниям, ты платишь тем людям, которые сами тебя рекламируют. И это очень честно, с моей точки зрения. И если вот это принять за, ну, за основоположный такой постулат, да, то сравнения с iHerb никакого нет, потому что iHerb это просто магазин, площадка, интернет-магазин, вот как бывает с другими, просто этот интернет-магазин объединил в себе кучу разных компаний, которые продают биологически активные добавки, разных. И сам по себе магазин, он не берет на себя никакой ответственности. То есть ты можешь в нем выбрать все, что угодно, а сертифицирован это будет в твоей стране или нет. Это, ну, магазин не отвечает за это. Именно поэтому у него там мелким шрифтом товары не сертифицированы в России. Или подойдет тебе это, натурально ли это. То есть ты сам берешь на себя ответственность, для чтобы изучить продукты в этом магазине, ты должен сам взять на себя ответственность, понять, действительно ли подходит тебе этот продукт, и насколько он экологичен, насколько он рабочий. Ну, мне кажется, это не нужно, потому что так же, как и у меня есть лучшая гомеопатия, у меня есть лучшая Siberian Wellness, поскольку проверено, и поскольку, знаете, люди бы не стали их покупать, эти продукты, если бы они не работали. То есть вот в этом плане сетевые компании, которые работают не на пафос и не на вот, на «эй, давайте, мы там с вами, мы скорее, мы лучше, мы там выше», есть некоторые такие, которые работают вот на этой энергии, да, прокачать, а которые на стабильности и на честности работают. Вот мне чем нравится эта компания, она работает на честных продуктах, которые действительно, если они, вот написано там столько и столько, они действительно работают, и действительно в них там именно это и есть. И еще что мне нравится, там всегда есть дозы. То есть биологически активные добавки, они не обязаны писать дозировки. Они просто могут написать, что там, не знаю, токоферол, ацетат, например, и все. Siberian Wellness взяла на себя серьезнейшую задачу писать дозы каждого компонента в его биологически активной добавке. И они на производстве, я на самом деле восхищена тем производством, которое сейчас есть у нас, это одно из самых навороченных производств в России. На производстве биологически активные добавки делаются по стандартам фармацевтической отрасли. То есть это ты можешь в любую страну их взять, и они все равно пройдут сертификацию. Потому что такие высокие стандарты, ты, вот задача именно основательно делать, основательно подходить к своей работе. Поэтому меня это впечатлило. И мне не нужно больше... Я сравнивала. У меня был период, когда я сравнивала первые 2 года, я сравнивала. Не входили в сравнение продукты из других компаний. Ну, возможно, фармацевтические, которые в некоторых тоже компаниях есть, да, они могли быть конкурентами. Но ну, для меня, я просто не стала работать на зарубежного производителя. Мне нравится моя страна, я хочу развивать именно нашего производителя. А компания Siberian Wellness родилась в Сибири. И что для меня немаловажно, она берет экологическую ответственность за тот регион, в котором мы живем и в котором работаем.